На оценке мы смотрим, если одна организация может все делать, или наоборот, если в коалиции они могут поддерживать друг друга. Ну, и второй вопрос, ну да, если несколько проектов, то, естественно, вы не можете их использовать. Не можете їх використовувати як до фінансування, один проєкт дофінансовує інший. Але той, що ви запитали, звичайно, можливо. Тобто співфінансування може йти з будь-яких джерел. Дякую, будь ласка, ваші. Доброго дня. Ірина Конченкова, школа рівних можливостей. У мене таке питання. На етапі подання заявки мандати з партнерами повинні вже бути підписані чи ні? Концепції. Концепції, так, да, на першому етапі. Ні, тільки на другому етапі. На першому етапі там потрібно вказати назви партнерів, своїх заявників. На питання є ще? Прошу, Аня, позвати. Вопрос. Евгений Столітенко, Федерація футболу України. Если у нас сотрудничество, кроме со-заявителя, будет еще с другими партнерами, например, министерствами, местной властью, то нам не нужно будет их оформлять как со-заявителя, то есть есть пакет документов. Они не могут быть со-заявителями, потому что они не соответствуют критерию неприбыльная организация, государственная организация. Не как партнеров, а как вот эти ассоциативные участники. Там есть еще один вот категория для таких случаев. И это должны быть договора с ними, мы должны показать. Мне кажется, там договор не подписывается, да. Там вы указываете их название, но. Это на этапе concept note вы можете просто сказать, что они у вас будут associate, или они будут участвовать в ваших деятельностях. Но на этапе full application form, второго этапа, там есть описание, кто они, какие отношения у вас есть сейчас, и что они будут делать, и что. И там они также должны подписать, что они будут осуществлять. Это первый как меморандум между ими и вами. Но, конечно, потом, и вы будете это обсуждать сегодня днем с ИСАФа и с другими, потом вы можете для себя писать более детальный меморандум о сотрудничестве. Но на этапе full proposal будет, вы можете смотреть в application form, там написано associate, и кто, как, какие сотрудничества у вас уже есть, и что вы будете. И это помогает прояснить все. Спасибо. И еще один вопрос. Вы говорили о декларации заявителя, которая должна быть подписана. Она должна быть подписана основным заявителем или со-заявителем тоже? На первом этапе concept notes это только заявитель пока, а на втором этапе есть мандат для со-заявителя. Так, будь ласка. Жуков Сергей, Центр КАР, Донецк. Скажите, пожалуйста, меня интересует вопрос по поводу географии проекта. Более глубокие результаты должны или более широкие? То есть сколько областей в приоритетах? Мы не можем и не могли написать в guidelines, что вам надо работать больше на востоке, потому что у нас на западе очень много проектов. Или наоборот, что надо работать на севере, потому что у нас все проект уже на юге. Ну, я как пример. Поэтому мы не можем так написать. Конечно, цель это не чтобы немножко всего везде. Цель это чтобы качество было в местах. Поэтому это, конечно, глубокий. Но если все наши проекты, все заявители будут все писать, чтобы все, скажем, в Житомире, ну, хорошо, будет качество в Житомире, но есть другие области, другие места. Дякую. Пожалуйста, ваше запитание, пожалуйста. Добрый день. Я представляю информационно-ресурсный центр, город Кировоград, Ирина Жарова. Такой вопрос. По системе ПАДО наша организация регистрировалась в прошлом году как партнеры в реализации проектов социально-экономического развития региона совместно с областной государственной администрацией. То есть организация зарегистрирована уже в ПАДОРе. Нужно ли ее перерегистрировать в качестве аппликанта, либо она уже может просто укрепить свой профиль, который уже имеется? Спасибо.
Дякую. Нет, у вас уже там сейчас номер, и вы сохраняете это, но вы будете обновлять информацию, особенно то, что вы делали в этом году, или финансовый отчет прошлого года и все остальное. Но не надо перерегистрировать. Дякую, пожалуйста. Наталія Скрипка, Національна асамблея інвалідів України. Скажіть, будь ласка, запитання щодо субгрантів. Якщо проєктом планується видавати кілька субгрантів, невеличких, але це не є основна місія проєкту, чи субгрантери, організації субгрантери повинні мати реєстрацію в ФАДОРі? Ні, не повинні. Тобто реєстрація тільки потрібна для заявників і співзаявників. Дякую. Здравствуйте, Тарасова Елена, Всемирный фонд природы. У меня несколько вопросов, особенно по коалиции и субгранте. Значит, первый вопрос, может ли организация нанимать еще другую организацию, которая будет заниматься субгрантинг? Это первый вопрос. Или же организация, то есть коалиция сама должна заниматься организацией конкурса и так далее? И также вопрос, входит ли, то есть коалиция это как бы одно такое, как, не знаю, институция, назовем ее, и, а те организации, которым даем небольшие гранты, это дополнительные организации, или же они также могут входить в коалицию? То есть мне непонятно. Да, просто мы пользовались это слово коалиция, чтобы показать, что мы хотим, чтобы люди работали вместе. Это не значит, что это официальная коалиция, членство или нет. То, что официально, это заявник и созаявники. Это будет официально, потому что будет мандат, будет контракт. Внутри контракт есть список всех, заявники и созаявник. Это часто. Потом, чтобы нанимать другая компания или другая что-то, директор рекламы. Те, кто ответственен за исполнение проекта, это те, кто подписал контракт, это заявник, созвонник. И там я повторяла о том, что это они ответственны за деятельность и, как это было написано у нас, to be responsible, да, вот, мают, да, мают видать, this one, yeah? No, not this one, yeah, to be directly responsible for project preparation and management, not acting as an intermediary. Поэтому, ответственен за подготовки и реализацию проекта, а не как посредник. И поэтому, если вы, скажем, все деньги даете кому-то другому, вы все равно должны быть отвечать на это. Поэтому вы не можете. Но это возможно, что один из организаций делает субгрантинг, а другой делает что-то другое. Конечно, это вместе надо работать, но это не обязательно, что скажет, что только что все партнеры делают субгранты. Это даже не распределение в самой коалиции. Да, тут именно в терминологии вопрос. Вы сказали, нанять вы не можете никого для этого, потому что это будет разрез вот этим критерием. Но вы можете определить роли для каждой организации. И еще один просто уточнение. Вот это финансовая поддержка третьим сторонам. Слово третьим. Третьим это не значит раз, два, три. А это третьим те, которые не являются Европейской комиссией и не являются грантополучателями. Грантополучателями являются несколько организаций. Основная организация – заявитель и все созаявители. То есть вы не можете дать субгрант ни Европейской комиссии, ни грантополучателям. Поэтому вы не можете дать субгрант тем организациям, которые являются грантополучателями, которые были заявителями и созаявителями. Спасибо. Еще такой небольшой вопрос по контенту, по самому, потому что мы очень много о форме говорим, а по контенту вопрос, будет ли, то есть это больше направлено, сама заявка будет поддержка bottom-up approach или наоборот, то есть это коалиция задает тон, или же наоборот, мы идем вглубь и слушаем, что говорят на местах.
Но это, да, мы не можем, как я сказала, мы не можем советовать по содержанию каждого интереса, но там написано и national, и local level. И поэтому вам надо, это вы должны видеть то, что самое важное и самое эффективное для вашей темы. Завершимо відповідь на запитання. Ще є два запитання, три. І завершимо. Прошу. Ще раз Катерина Іванова, Інститут розвитку регіональної преси. Ми працюємо з медіа, як з зареєстрованими газетами, так і з фрілансерами. Чи можливі ці субгранти для фізичних осіб? Как описано в руководстве, вы должны внутри вашей заявки вы должны описать такие критерии. Если вы, ну, они должны быть реальные, но физические лица, если они будут выполнять все эти критерии, которые вы пишете, тогда можно. Но это не мы пишем критерии, это вы. Конечно, это должно быть реально и конкретно. Там, если вы посмотрите в инструкции, там написано, что вы указываете, написано в английском, the types of personnel or categories of persons which may receive financial support. Вы определяете в заявке те категории людей или групп людей, которые могут получать субгранты. И именно это тот будет критерий, который будет оценен, насколько это адекватно общей цели проекта. Громадська організація, комітет громадського самоврядування Київської області. Скажіть, будь ласка, один заявник може подати одну концепцію чи декілька? Там описано в гайдлайнсах, як я заявник тільки один. Но ви можете бути партнер, бути заявник з другими. Но там написано, это страница 12, сколько чего. Вы не можете быть в 20 разные концепции. И плюс в конце вы не можете потом, ну это четко описано, какой и какой. Но как заявник только один. Ще раз коротке запитання щодо співфінансування. Чи можуть бути гранти країн членів ЄС, наприклад, такі програми МАТРА кусоцтві Нідерландів, так? Чи вони можуть використовуватися як співфінансування до проєктів Європейського Союзу? Дякую. Так, все можна із членів Євросоюзу. То, що не можна, це щоб це були гроші вже із Єврокомісії. Якщо ви вже отримуєте грант, або навіть якщо ваш партнер отримує грант від Еврокомиссия, не только мой, но также проект может быть в Брюссель сразу. Это не может быть софинансировано. Но все, если это напрямую члены Евросоюза или другой, это возможно. Дякую. Будь ласка, ваше запитання. Кравченко Алла, Український клуб аграрного бізнесу. Скажите, пожалуйста, по поводу capacity building, можем ли мы включать в деятельность проекта такие мероприятия, как повышение уровня знаний вот самими co-applicants от представителей стран-членов Евросоюза, как они это делают у себя. И можем ли мы планировать, допустим, выездной семинар по повышению квалификации в этом направлении? Это один вопрос. И второй вопрос все-таки по субконтрактам. Могут ли получать контракт прибыльные организации, позарасчетные, скажем? Дякую. Субгрант, вы имеете в виду, да? Субгрант. Субгрант. Ну, на второй вопрос, да, может. Главное, чтобы этот проект не был направлен на, там, на, ну, прибыль, да, на получение прибыли, да, то, что эти деньги получены, а именно на ту деятельность, на которую расходы, по которой он покроет. И первый вопрос, ну, опять же, сейчас я там вот отвечу. А первый вопрос, опять же, это в вашем все, как вы это видите. Там у нас написано, что проект должен происходить в Украине. Если вы считаете, что именно этот компонент очень важный, без него проект не состоится, конечно, вы можете его включать туда, но мы потом можем уточнять у вас, или если у вас недостаточно информации, что этот проект, этот компонент важен, то это может повлиять на баллы. Может быть, на субконтракт, чтобы просто... чтобы было ясно, есть два разные вещи, субконтракт и субгранты.
Subgranting – это вы будете поддерживать инициатив, который вы, ну, будет помогать вам и помогать вообще достичь цели проекта. А subcontracting – это, ну, конечно, например, если, ну, как Иса Хетналя в этой технической помощи, они здесь поддерживают. Но это не грант. Здесь это сервисный контракт, это subcontracting. И мне кажется, это важно для вас также четко определять то, что, чтобы помогать организовать что-то для вас. Или если это поддерживает другая организация, чтобы они достигли цели. Это совсем другие, ну как, понимания, мне кажется. Дякую. Це два останні запитання. Прошу. Ваша і наступна. Доброго дня, Інститут розвитку міста. Мене звуть Іляна Яскова. Моє питання стосується роз'яснення диджитального non-state actor. Чи комунальне підприємство, воно є non-state actor, тому що ми не прибуткове комунальне підприємство? Чи як? We eligible applicants or not? Дякую. Опять же, это очень конкретный вопрос в вашем конкретном случае, мы не можем на него ответить. Вот так вот, вот является ли ваша организация соответствует критериям или нет. В это вам нужно вот посмотреть на требования и решить для себя. Мы считаем, что мы являемся, и вот подтверждение, почему мы так считаем. Но учитывая, что это коммунальное предприятие, но оно имеет же отношение к органам власти, тогда, скорее всего, оно не подходит. Потому что тут имеется в виду не государственное. Ну, это два уровня государства, если оно связано с государством, значит, не является. Но опять же, это вам решить. Детальнее это расписано в инструкции, да, там есть ссылка и те типы организаций, которые мы подразумеваем. Дякую, пан Станислав. И останнее запитание, пожалуйста. Дослідження Європейської азіатської асоціації, нашої асоціації до грантового отримувачів, да, за 11 років показало, що людям, ну, організаціям, да, науковим, які є нерозвинені, да, сміттяни, не мають там представників своїх, наприклад, Житомирська якась організація інвалідів або молодих там учених, які не мають опиту подання таких заявок, вірогідність отримання гранту від будь-якої спільноти, європейської, там, американської, ізраїльської, не перевищує 1,7%, 1,7, ну максимум там 2 будемо враховувати, відсотка гранту отримувача. Тобто це вже є, ну я просто констатую факт, а ви відповісти. Це вже є нерівні умови щодо отримування гранту, ну, з точки зору гранту отримувача. І додаток до цього, а не можна просити або надати допомогу в вигляді якогось спеціаліста, да, по заповненню форми. Не допомогу, ну я до юриста, да, я подачу заяву там у суді. Можна чи не можете, і все буде гаразд більше нескладніше, всього-навсього. Посадити якогось хлопчину чи дівчину, яка розуміється англійською мовою, і, а бабушка прийшла, сказала, що вона така-така, в організації. Зрозуміло, да, такі послуги, я думаю, вже надаються, і про це ще можна буде детальніше поговорити після обіду, да, де є можливості для, такі, для такої допомоги. Ну, звичайно, від нас вона не може піти, тому що ми тоді не зможемо всіх охопити, і знову ж тоді будуть нерівні умови. Щодо вашого питання про нерівні умови, ну, в нас є різні конкурси. Да, цей конкурс направлений саме на про те, про що ми сказали, да? На більш потужні організації, які мають залучати менші організації. Ну, є інші конкурси. Дякую. І ми зараз кілька оголошень.